Лиза, не надо. Ты этого не сделаешь. Сделаю, Макс. Еще как сделаю. Послушай, я хочу, чтобы ты знала. Я всегда тебя любил. Я тоже тебя любила. Давай, давай. 11-й не забудь. Ну, 12-й это святое. Так. А как насчет 9-ки? А что, у нас 9-го? 9-го я тебя первый раз голый видел. Тогда давай 7-е. Ладно, 7-го-то что я видел? Я отвернулся. И в зеркало совсем не подглядывал. Так. Ну, последние усилия. 21. А что у нас 21-го? Сегодня у нас 21-е. Да. Хорошо. Сейчас будем. Звонили из доставки. Нам только что привезли кровать. Угу. А? Пошли. Что значит, что он никуда не поедет? Ты вообще знаешь, сколько я денег поставил на эту гонку? Скажи ему, если через 5 минут он здесь не будет, я его убью и на запястье разберу! Ешь, ну я не могу. Не понял? Он в коме. Твою мать! Твою мать! Ну что теперь делать? Давайте я поведу. Ты кто такой? Ты что, гонщик? Нет, ну что-то сложно. Гашетка в пол, тогда финиш. Ага, а вот это твоя машина? Это ведь... Нет, это не моя. Моя вон там. Яш, ну что, мы гоняемся? Или, может, ты нам бабки подарить решил? Ну а что? Что, похоже, что я обратку включил? Ты видишь, я нового гонщика инструктирую. Ну быстрее давай тогда. Сейчас. Я даю тебе шанс проявить себя. Только учти, у меня куча бабок на кону. Идешь аккуратно, чтобы ни одной царапины. Ты чего расселась? Ну-ка пошла отсюда быстро! Я понятно выражаюсь? Понятно. Еще. Если проиграешь, ты труп. Чё ты лыбишься? Проиграешь гонку или разобьешь машину, я тебя убью. Ну, а если выиграю? 10-ку деля не получишь. Договорились. Встретимся на финише. Деньги не забудь. Да, да. Ну что, теперь будем считать, что у нас все по-взрослому? Нет, мой дорогой, по-взрослому у нас все будет только после того, как ты, наконец, поменяешь лампочку в туалете. Ну, боишься темноты, оставляй дверь открытой. Как хорошо, что для любой проблемы у тебя всегда найдется оригинальное решение. Макс, блин, я тебе утром ведро выкидала, зачем? Для того, чтобы ты ее посреди комнаты поставила? Смотри, уже мухи какие-то летают. Да ладно тебе мухи, так, дрозофилы. Ты посмотри-ка, красавец, специалист по мухам. А мне очень интересно, а ты вот мусор не выбрасываешь, лампочки в туалете не меняешь, а чем ты вообще по дому занимаешься? Носки разбрасываешь? Между прочим, кто выбрасывает мусор, мы с тобой не договаривались. Фу, гадость. Гадость? Да. Это значит, мои носки гадость? Да. А твои лифчики у нас... Что? Предмет интерьера? Это ты его туда положил. Так, так. А это у нас что? А это мое белье. И оно хранится в морозилке только потому, что в духовке живет твоя обувь. И если у тебя с этим какие-то проблемы, найди себе нормальную работу и купи шкаф. У меня, между прочим, нормальная работа. Я на секундочку человеческие жизни спасаю. Макс, ты рентгенолог. Зато мои пациенты несут в чужую обувь. У тебя просто нет контакта с животными. А у меня, похоже, и с тобой контакта нет. Вот. Вот это правильно. Секс – лучший способ помириться. Оставляю тебя наедине с мусором, и пускай победит сильнейший. Я не понял. Ты что хочешь сказать, ты от меня уходишь? А? Нифига, это я от тебя ухожу. Чего ты?
того. Ну уж нет, меня в этой жизни еще никто не бросал, поэтому это я ухожу от тебя. Нет, это я ухожу от тебя. Дурак, это я от тебя ухожу. Нет, это я от тебя ухожу. Перепутал что-то, я ухожу от тебя. Нет, дорогая, я ухожу от тебя. Я уже практически ушла от тебя. Это я ухожу от тебя. Что, больно? Скажи спасибо, что не обидно. Макс. Димон, у меня проблемы. У меня тоже. Слушай, мы тут с Лизой поссорились, и она ушла. Короче, надо встретиться. О, Господи! Моя ласточка! О, Господи, что ты сделал? О, Господи! Где? Где она смолдила? Да, да, давай встретимся. Ты, кстати, где? Быстро! Я убью его! Что происходит? Что? Я заедаю стрессом. Нормальные мужики стресс запивают. Водки. Две стопки. Бутылку. Сейчас самое главное трезво взглянуть на ситуацию. Ладно. У тебя есть все. Класс. Стайл. Апил. А у него что? Харизмы ноль. Мачизм вообще в зародыше. Моджо. Но он парень-то хороший. Я к нему привыкла, в конце концов. Что теперь делать? Надо расширять горизонты. Ты знаешь олигарха Прокова? У меня есть две проходки на поминки. Умер он! Стоп! Тогда ногти в черный. Ты что, Олеся, с ума что ли сошла? Не пойду я никуда. Чего ты упираешься? Только представь. Дорогое шампанское, джаз-бэнд, мужчины в черном. Богатые мужчины в черном. Ну что еще нужно, чтобы поднять настроение? Цыпы! Хватит с такими буферами. На себе не показывай. Братан, ты не понимаешь. Тебе крупно повезло. Ты же чуть не угодил в глобальную ловушку. Ты что думаешь, совместная жизнь — это бесплатный секс утром и вечером? За все надо платить. Особенно за бесплатный секс. Квартира. Машина. Дети. К 40 годам тебя мама родная не узнает. Ну, если, конечно, твоя жена позволит с ней общаться. А ты видела его маму? Она же сама с тобой разговаривает. Представляешь, что с ней будет в ее возрасте? А мне что теперь делать? Забудь. Выкинь из головы. Никогда не звони. Не пиши. И по возможности не встречайся. Бат. Больше. Ничто. Не связывай. Он конченый лузер. Ты кто такой? Давай, до свидания! Убивай, пошли отсюда. Звук! Звук быстрее! 150 миллионов рублей! Да! Да! Лиза, ты чего? Стой. 50 миллионов! Вставай, вставай! Где билет? А билет у тебя? Чувак, тебя ограбили. Да нет, тут так всегда. Мать. Взаимно, Димочка. А, Лиза, а ты что тут делаешь? Я? А, да так, прибираюсь. А я думал, ты ушла. Я думала, это ты ушел. Да, ну да. Да, да, я просто забыл кое-что. А вот и мне нужно кое-что забрать. Это мой билет. С какой-то радости. Ты что, пил, что ли? Да, праздновал кончину наших отношений. Подай билет! Ой, есть! Короче, детвора, план такой. 20% Максу, остальное Лизе. Ты что, стукнутая? Сколько она его терпела? Да он ей должен. По какому такому тарифу? Московские сучки? По тарифу подмосковные лохи. И потом эти деньги на благотворительность пойдут. Мы с Лизой салон красоты откроем, да?
Через мой труп. Короче, деньги делим поровну. Как-никак заполняли вместе. Да пусти ты! Сейчас, минуточку. Я так вас поздравляю, это такая удача. Это же рекордный выигрыш. 150 миллионов. А знаете, сколько это будет в евро? 3 692 100. А в долларах? 5 418 000. А в белорусских рублях? О, я даже не знаю, как эта цифра называется. Так это не я выиграл. Это они выиграли. Еще лучше. Какая замечательная, какая красивая пара. А можно билетик? Да. Давайте мы просто получим выигрыш и пойдем. У меня для вас сюрприз. По условиям розыгрыша вы получите деньги в отеле Тропикана в Лас-Вегасе. Торжественная церемония, музыка, цветы, шампанское, телевидение. А тут вы такая фотогеничная пара. Я с ним никуда не поеду. Хрен с ней, пусть едет. Мы поедем, да, Макс? Да. Еще лучше, друзья детства. Всю жизнь мечтали отправиться в путешествие вместе. Just a moment. Это тут вообще ни при чем. А я билет у сердца хранила. Поэтому, sorry, baby, поедем мы. Категорически не согласен. Алкоголиков не спрашивай. У меня прекрасное предложение. А почему бы вам не поехать всем вместе? Веселая компания отправляется покорять Америку. Рестораны, развлечения. Блэкджек и шлюхи. Шоппинг и мужской стриптиз. Главное, не забудьте счастливый билет. Здесь он в полной безопасности. Угу. Как на вокзале. Нешу мы не успели. Он свалил в Лас-Вегас. Что ж, если человек хочет умереть в Вегасе, пусть умрет в Вегасе. Дружище, помнишь, 91-м я оказал тебе услугу? Разве такое забудешь? Нужна ответная. Найди мне одного мудилу. Считай, что уже нашли, дорогой. Великих возможностей, мы должны всем воспользоваться. Ты только посмотри, Олесь, какая красота! Вот это жизнь! А эти лузеры сидят там внизу и ничего не едят. Легкие наркотики. Нажраться так, чтобы вообще ничего не помнить. Короче, оттопыриться так, чтобы в жизни не забыть. Вот согласен, а? Согласен. И татуировки. На память о Вегасе! Наши дорогие победители, ну что ж, располагайтесь, наслаждайтесь этим шикарным местом. А завтра ровно в 10 торжественное вручение выигрыша. Надеюсь, билет у вас с собой? Да, в надежном месте. Я думаю, вы устали с дороги, поэтому надо освежиться. Вот ваш ключ от номера люкс. А у нас что, один номер на всех? Ну, началось. Ну, ничего страшного, мы же спать там только будем. Я с тобой спать не буду. Я тоже.
Не унижайся, Макс. Это город греха. Найдем с кем спать. Может быть, вы все-таки взглянете, а? Панорамный вид из окон джакузи. Говорят, в соседнем номере остановился сам Майк Тайсон. А это кто? Хоккеист. Ну, отлично. Давно хотел с ним познакомиться. I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die. Ну ты, кусок вонючего обезьяньего дерьма, открывай эту гребаную дверь. Открывай дверь, мазафака. Мазафачик? Мазафачик, ты там? Я хочу с тобой поговорить насчет квартплаты. Я думала, может быть, понизить ее тебе. О, я знала, что ты там, а? Лишь бы не платить, сука, да? Алло, дядь Боря. Эй, сына, тащи биту. Я не могу сейчас говорить. Да, у меня очень сложный... Тащи биту, говорю. Период жизни. А ну, открывай. Доктор запретил мне волноваться. Ох, напрасно я тебя дала бесплатную школу. А ну, вали обратно на кухню. Какой рейс из Москвы? Открывай, сука, дверь. Я завязал с криминальным прошлым. Мне со дня на день грин-кард дадут. Я твою задницу. Пожалуйста, ну не сейчас. Да я... Да я понимаю. Хорошо. Я все сделаю. Ну где ты, Элвис недогребанный? Мне нужна помощь. А мне деньги нужны, понял, сука? Черт, а? Штаны такие, не залезешь даже. Ну что это за хрень, а? Вроде взрослый мужик. А это что такое, твою мать? Ну что это за хрень, а ты, ублюдок? Ах ты, мазафака! Как сказал Элвис, a little less conversation, a little more action. Он в тропикане. И ты мне еще, сука, за телек заплатишь. Смотри, да, вот. Ничего себе, вот это комната. Да, комната ла... Вид из окна! Такое ощущение, что я в музее. Ну, а руки? А вот и злобная музейная бабка. Короче, мальчик, мы будем тут жить. А вы ищите себе другой номер. Лиз, я как правильно говорю, да? Правильно, правильно. Лиз, ну может хватит, а что мы как не родные? Жили же все-таки вместе. Худшие дни в моей жизни. О-оу. Хорошо, значит, делаем так. Делим комнату пополам. Как и выигрыш, 50 на 50. Мальчики идут на запад. Девочки на восток. Бар на нашей стороне. Чего? Решили. Ладно, вы пока тут это, а я английский подтяну. Вернусь скоро. Без презерватива, только не подтягивая. My name is Оксана. My name is Дима. Goodbye. Лесбиятная. Привет, отъешь в подземелье. Тихо, 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 не рыпайся. Надо поговорить. О чем?
о том, чего у тебя нет. Чек, плиз. Ну что за детский сад? Не могли поговорить? Два вопроса. Первый. Ты знаешь, сколько ты должен Яше Подземельному? Элвис, чувак, у меня денег сейчас нет. Чего? У меня денег сейчас нет, но я что-нибудь придумаю. Ну, тогда у меня второй вопрос. Любишь ли ты Элвиса так, как люблю его я? Чего? Ты знаешь, что такое MP3? MP3! Вся дискография Элджи Пресли в этой маленькой коробочке, ты понял? Эй, лучше, лучше, лучше! Лучше, лучше, лучше! Я все отдам, вернусь в Москву и отдам! У меня друг в лотерею выиграл за 30! Выигрыш получает 150 миллионов! Сто пятьдесят миллионов чего? Чего? 150 миллионов чего? Рублей. Это сколько в долларах? А курс какой? Я не в курсе. Я не в курсе, но я у него должу и все отдам. А ты знаешь, я тебе верю. Ты хороший парень. А где лотерейный билет? Чего? Билет где? Очень надежном месте. Ага. Ну и хорошо. Иди гуляй, развлекайся. Ты же в Лас-Вегасе, чувак. Как сказал Элвис, now or never. Не смей говорить голосом Элвиса. Это может делать только он и я. Ты меня понял? Да, конечно, я вас понял. Может, так и буду. То-то же. Слушай, а где ванная? Я видел одну на востоке и еще одну на северо-востоке. А, да. Вообще, для этого номера надо карту выдавать. Не номер, а станция метро Комсомольская. Да. Ну, мы, конечно, могли бы принять душ вместе. Лиза, можно тебе на два слова? Что такое-то? Сядь! Ты что творишь? Ты вообще крэйзи? Ты знаешь, чего он добивается? Ну, в общем, догадываюсь. А зачем он этого добивается, знаешь? Он просто баблом не хочет делиться. Думаешь, он просто помириться хочет? Ну, если бы он хотел помириться, он поехал бы один. Ну, я же тоже не одна. Ну, я? Я это другое дело. Короче, план такой. Получаем выигрыш, улыбаемся. Тимон! 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 А! Здравы, эти стервы меня ограбить хотят. Чего? Ограбить меня хотят, говорю. Что? Да не кричи, ты услышишь же. Лиз, как дела? Так же, как и две минуты назад. Ты знаешь, я тут подумал, может быть, нам билет лучше в сейф положить? А? Блин, да что с тобой? Я говорю, билет лучше положить в сейф. А, да, поддерживаю. Билет в полной сохранности там, где он сейчас? Это да, но вдруг кто-нибудь захочет его достать. Чушь, мы в цивилизованной стране. Да ну и кто полезет ко мне в лифчик? Я же говорю, в полной безопасности. Кто это? Шампань. Шампанское. А, ничего не заказывали, платить не будем.
Гранд Ол Лато приветствует вас в Лас-Вегасе. Да-да-да-да-да! Ребята знают, как встречать победителей. Ну? Hello, Vegas. Что за... Что происходит? Какого... Ребят, вы чё? Чё так шампусик? Бог 666. Эй, ты какого хрена делаешь, твою мать? Готовлю встречи, дружище. Встречи, ты тупица, а? Ты вообще не забыл, что у нас насчет наркоты встречи-то, а? Все равно я хочу хорошо пахнуть. Что в этом плохого? Ты пахнешь как жопа, понял? А теперь еще что? Принимаю пилюльку. Пилюльку. Помнишь, в прошлый раз, когда ты принял пилюльку? Что было, а? Ты обезумел, начал стрелять направо и налево и орать. Эй, повсюду обезьяны. Там были обезьяны? Да это были не обезьяны, это были армяне. Они просто волосатые, твою мать, дальше некуда. Эй, ладно, бери ствол и пошли. Ой, простите, простите. Говнюк гребаный. Как сказал Элвис. I want you, I need you, I love you. Thank you.
Что происходит? Где мы находимся? Тихо! Никому не двигаться. Какой не двигаться? Не дышать никому. Как мы вообще тут оказались? О! Ты мне все обслюнявил. И билет, наверное, тоже. А. Билет? Где билет? А. Сожрал, признавайся! Внеси, истеричка! Ой, вернуйте, где Максим? Кто? Ну, Макс! Ребята, сюда! Тихо! Слышите? Где-то плачет ребенок. Ребята! Ну, это же Макс! Ребята! Ни хрена себе! Ты как туда попал? Встал ночью водички попить. Попил? Только пописал. Че шепчем-то? Я всю ночь орал, звал на помощь. Где вы были? Хватайся! Олесь, выбирай, к кому будешь задом, ко мне или к Максу? Чего? Ну я тебя к нему съезжу, он по тебе заберется. А почему по мне? Почему не по Лизе? Так она его бросила. Ты ведь его бросила? Да не, Лиз, не надо. Я верю на слово. Ну. Осторожней. Нифига. Ты живой? Слава богу. Где мы вообще находимся? Что это за тачка? Мы без понятия. Никто ничего не помнит. Последнее, что я помню, это как мы пили коктейли в номере. А последнее, что я помню, это Элвис. Кто? Элвис. Пресли. Забей, пойду попробую завести машину. Ты с ним с детства знаком? Его по голове часто били? Не помню. Пить-то хочется, а? Нет, ты что расселся, я не понимаю? Вставай, надо что-то делать. Спасибо, я уже настоялся. А по-моему, все очевидно. Кто-то нажрался и угнал машину. А почему я? Вы тоже ничего не помните? Не, фигня. Ему слабо угнать тачку. Что? Ничего! Ничего! Главное, что у нас пропал лотерейный билет, и через 10 часов кто-то потырит все наши миллионы. Не ваши, а наши. Ну, очевидно, они уже чьи-то еще. Так, кто вообще знал про билет? Только мы четверо. Администраторша. Организаторы розыгрыша. И Элвис. Кто? Элвис! Да что это за Элвис за такой? О, я могу вам чем-нибудь помочь? Да, я пришел получить выигрыш. О, странно, откуда у вас этот билет? Я его выиграл в покер. О, а у кого? У тех, кто мне его проиграл. Ну что ж, Вегас есть Вегас. Здесь такие истории сплошь и рядом. Торжественная церемония вручения начнется ровно в 10 часов. Петь надо будет? Нет. Зря. Я, между прочим, в шоу «American Idol» был претендентом на победу. Почетное 74-е место. Увидимся вечером. Сволочь! Я думал, ты мне друг! А ты за мной только из-за денег моих! Неправда, Макс! Я всегда был твоим другом! Гад! Ты использовал меня! Надеюсь, теперь ты доволен? Из-за того, что ты притащил сюда своего придурочного друга, мы все потеряли. А если б не твоя стервозная подружка? Ты кого стерва назвал? Короче, нам во что бы то ни стало, нужно вернуться в Вегас. Быстро за руль. А мы знаем, в какой стране Вегас. Это же Америка. Страна великих возможностей. Пустим кого-нибудь. Поехали.
Так у кого ты собирался дорогу узнать? Макс, давай ты перестанешь нервничать. Сейчас кого-нибудь встретим. Ты это час назад говорил. Я хочу пить. Можно подумать, ты одна такая. Ты хотя бы пописывай. Я же сказал, никаких остановок, пока не поймем, в какую сторону едем. Нашла! Карту? Дай мне! С чего это? Я давно есть хочу. Ты пить так, хочешь? Так, а так, я... так, так. Я 5 часов на солнце простоял, а мне нужнее. Между прочим, я за рулем. Мне нужны сложные углеводы. Есть. Дай сюда конфету. Лиза, дорогая. Быстро, Макс. Где ты его взяла? Под сиденье. А он настоящий? А ты хочешь проверить или все-таки отдашь мне конфету? Что за фигня? Дай сюда! Ну что, есть еще вопросы, кто главный? Значит, правило на эту поездку одно. Слушаем внимательно и запоминаем. Я иду в машину. Вы сидите, заткнувшись. Компренде? А какие правила, если за рулем дебил? Платил. Мне все-таки интересно, почему это Лиза за рулем? Это все, что тебя интересует? А у меня, знаешь, куча вопросов. Кто нас хотел убить? Где наш лотерейный билет? Кто такой этот чертов Элвис? Что это за машина? Откуда в ней пистолет? Где мы вообще находимся? И где эта долбанная заправка? Заправка? Вот. Наверное, надо пойти заплатить. А что вы на меня так все смотрите? Я шел в душ. А у тебя что, совсем нет? А. Что ж ты нас так подводишь, скотина? Ты же единственный человек, на котором есть штаны с карманами для денег. Ребят, я вообще-то у вас занять собирался. Фантастика! Нет, что сразу я крайний? У вас же тоже по нулям. Не, он что, издевается? Вот имей в виду, даже если у нас все кончится хорошо, я тебе в долг не дам. Ладно. Язык я знаю. Социальные навыки тоже на высоте. Ну и в цивилизованной стране всегда можно договориться. Hello? Hello. My name is Alicia. Чего ждем? А ты не видишь очередь? Hello. Hello. Привет, конфетка. Чем могу помочь? Я Олеся. Приятно познакомиться. Ну, я так тоже могу. Слышь, не мешай. Сэр, у нас нет денег. А, ладно, ты не одна такая конфетка с этой гребаной экономикой. Ни у кого уже денег не осталось. Мы не понимаем, нам надо... Как сказать, бензин? В сторону. Брат, нам нужен бензин. Портишь! My name is Alicia. Ты understand? В сторону, кукушка! Брат, нам нужен бензин! Ой, детка. Нам
нужен бензин. 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 Кондом. Презерватив. Бензин. 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 А, синей. О, да, да. Ты дурак. Газ? Нам нужен газ. Нифига себе, получилось. Нереально дружелюбная нация. На корму встали дом. Валим отсюда. Эй! Билет где? Эй! Ну что здесь происходит? Димон, ты чего? Чего-чего? На солнце пригрелся, вот чего. Что, заправка? Да тут же Голливуд в 5 минутах. Наверное, кино снимают. А, ну да. 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 И вопросы министрам на предстоящем экономическом форуме. К другим новостям. Значит, говоришь, ищите. Ищем, дорогой, ищем. Уже весь Вегас перевернули, все ищем. И что? Никаких новостей? Будут новости, ты первым узнаешь, дорогой. Один из самых крупных выигрышей достался молодой паре из Москвы. Джекпот составляет 150 миллионов рублей. По условиям розыгрыша счастливчики получат свой приз на торжественной церемонии в Лас-Вегасе. Я детектив Джонс. Это детектив Гарсия. Очень приятно, ребята. Управление по борьбе с наркотиками. Ой, правда, клево. По-твоему, смешно, твою мать, да? По-твоему, это смешно? Ты ублюдок, а? Где наша тачка, говнюк? Идиот. Камеры на парковке засекли, что ты угнал нашу тачку. Ну, ты будешь говорить, Карли Келдис недогребанный, а? По законам штата Невада мы не имеем права прибегать к пыткам, но мы можем по-другому заставить тебя говорить. Нет, пожалуйста, нет, а? Где наша машина, твою мать? Нет, пожалуйста, только не это. Это что еще такое? Что это такое? Что это за хрень? А что это, твою мать, а? Не ваше дело. Что это, твою мать, а? Что это такое, твою мать, а? Элвис недоросток. Это русская лотерея! Говори по-английски, мать твою. Что это такое, твою мать? Русская лотерея. Сколько это говно стоит? Да ничего. Ты, мазафакер, сколько это стоит? А ну говори, а ты же бакенбарды оторву нахрен. Сколько это говно стоит? Ну, пару долларов. Врешь нахрен, Элвис. Сколько это стоит? 150 миллион рублей. Миллион рублей. Срань господня, миллион рублей.
Твою мать, что такое рубли? Не знаю, но вроде много. Это мое! Я выиграл! Да ни хрена, ты не выиграл! Ты проиграл, лузер! Вызывает 108-й. Неадекватное поведение машины на шоссе 54, номерной знак БОГ-666. Нужно подкрепление. Мои любимые брюки! Что вы с ними сделали? Ненавижу Элвиса. Я не хочу в дерьмо! У меня есть право на один звонок! Мне надо поговорить с моим личным психиатром! Ах ты! А, yes? Брат, ты армянин? Хичеревум! А что, не видно? Выходи, поиграй. Сейчас. Hello. Я Олеся. Приятно познакомиться. Мне тоже. Слышь, малыш, ты купи себе чай, а то хочешь с голой жопой. Как не родной. А ну быстро из машины. Быстро, ты фрик чертов. Лицом на капот. Лицом на капот. Быстрее. Ну что, щекун? Зашибись, съездили в Америку. Слышь ты, а как по-английски я не с ними? Управление по борьбе с наркотиками. Быстро вы, ребята. А нам за это твою мать деньги платят. Мы эту машину пасем больше месяца. Так, сейчас мы ее забираем. В участке ее обыщут. Да, что мне делать с этими клоунами? Мы их тоже заберем. Hello, my name is Alessia. Nice to meet you. Слушай, что с этой сукой? Животное. Больно? Тебе очень обидно. Будешь продолжать, и твой космонавтик останется без спутников.
интересно, почему это все время плохое, а? Между прочим, это твоя подруга с ее социальными навыками грабанула бензоколонку. Я себе не показываю. А ты не уходи от темы. Она и Димона втянула. Вот именно. Они действовали дружно, как команда. А ты? Ты даже мусор выкинуть не можешь. Да с каких это пор... С каких это пор выкидывание мусора у нас командная игра? С тех самых пор, как мы решили жить вместе. То есть, если я выкину мусор... Ну, когда мы вернемся? Я просто спросил. Офицер, у меня, кажется, колесо спустило. Вы поезжайте в участок, я сейчас поменяю, мы вас догоним. Хорошо, вас понял, сэр. Увидимся в участке. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Надпись «Динамит». Куманоз, стой! Сяды. Вот так. Меняем. Кита навяй! Отвали! Вообще-то мы могли сделать это намного проще. Пендехо. Проверьте все. Я шел в душ. Давай. Что? Я не буду этого делать. Это те говнюки, что угнали мою тачку? На кого они работают? Они русские. Люди Бори. Придется от них избавиться. Да без проблем. Сделаем как всегда. Отвезем в пустыню, перестрелим, сбросим с обрыва, скажем, что они сбежали. Ну а что, такое же бывает? Да это Америка, вы что? Здесь так никто больше не поступает. Мы сохраняем все, что годится для вторичной переработки. Главное – экология. Продадим их на органы. Привет, миленький. Кадык? Кадыки? Кадыки! Эй, миленький, что случилось? Выпустите меня! Вы того взяли! Успокойся! Кого надо, они взяли. Thank you very much. Что происходит? Где Макс? Лиза.
Ни черта не помню. Ты не помнишь? Вообще ничего не помнишь? Так я сейчас напомню. Сейчас ты у меня все вспомнишь, козел! Я теперь 10 лет буду спать только со светом! А что? Ты нас чуть не убил! Я не виноват! А кто виноват? Вот, Элвис! 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 А, попался! Спокойно! Тихо, без истерики! Тихо! Тихо. Как говорит мой психиатр, don't be cruel. Или это Элвис говорил, неважно, кто говорил, главное, что кто-то это говорил, успокойся. Что ты нам подсыпал? Где лотерейный билет? Ты уверен, что это он? Да. Ну что он тогда делает за решеткой? Тут ему самое место. Где билет, сволочь? Так это получается, он у меня билет достал? Я руками не трогал. А чем ты трогал? Ах ты извращенец! Вот тебе за левую! Ай! Вот тебе за правую! Ну правой точно не трогал! Дядь Боря! Дядь Боря, пожалуйста, вытащи меня отсюда, умоляю! Пожалуйста, я не могу здесь находиться больше! Пожалуйста, дядь Боря! Чего не поменялось? Я здесь! Ах ты, салут! А я тебя по всему Лас-Вегасу ищу. Хорошо, что ты в тюрьме. Недоразумение. Конечно, дорогой. Я тебе что сказал сделать? Разобраться с русскими. А ты? Я их не нашел. Раз уж вы все равно его бьете, добавьте от меня. Здрасте. 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 Где лотерейный билет? Какой лотерейный билет? Ну, парочки продажных полицейских. Надеюсь, ты запомнил, как их зовут? Джонс и Гарсия. Дядь Боря! На свободу, на свободу! Еще раз спасибо, что внесли залог. Команд, мы же соотечественники. Мы должны всегда помогать друг другу. Может быть, заодно поможете вернуть то, что ваш племянник у нас украл? Конечно, он все вернет. Что ты у него взял, засранец? Ой, смотрите, Миша Галустян. Кто? Че, куда едем, дядь Борь? Знаю я, на кого работают твои приятели, Джонс и Гарсия. Какие приятели? Брюки порезали. Нанесем визит моему старому знакомому мистеру Чичи. О! Кукуруза и курочка. На этот раз, малыш, курочки не будет. Слушаю. Пляши, дорогой. Нашли твоего должника. Типа как, сейчас пришить или в Москву отправить? Спасибо, Боря. Спасибо, дорогой. Я знал, что на тебя можно положиться. Я завтра тебе позвоню. Скажу, куда его отправить. Куда едем, шеф? В аэропорт. Скажи, чтобы готовили самолет. Похоже, пришло время прощаться. Я хочу, чтобы ты знала. Я тебя любил. И сейчас люблю. И всегда буду любить. Ты не вынес мусор. Ну, если бы я мог вынести его сейчас. Уже слишком поздно. А ты? Ты ничего не хочешь мне сказать? Например? Ну, например, что ты меня тоже... любишь? Вот посмотри, даже он мусор выносит. These are donors, doctor. Вот наши доноры, доктор. У него золотые руки. Я зову его Декстер. Привет, ребята. Do your magic, doctor. Ну, колдуйте, доктор. Если нужно будет их подержать, зовите. Мы будем на улицах курицу жарить.
Вот так каждый раз. Начинаю оперировать, сразу тянет посрать. Никуда не уходите. Так, все, я передумал. Я не готов сегодня умирать. Я слишком молод, у меня не то настроение. И вообще, я боюсь крови. Да как ты можешь бояться крови? Ты же врач. Я не врач. Я рентгенолог. А в постели ты откатывался так делать? В постели у меня был гораздо меньше стимул. Надеюсь, они вас не накормили так, как обычно кормят меня. Эники, беники, ели вареники. Стойте, стоп! Так, так нельзя! У вас должна же быть хоть какая-то врачебная этика! Вы что, даже инструмент не помоете? Так, плакать я буду завтра. Лиза, я так не смогу. Я не такой гибкий, как ты. Есть какое-нибудь другое решение? Ну, я не знаю, подергайся как-нибудь. Ладно, я пойду за лестницей. Какая лестница? Ты что? А мне что делать? Ну, не знаю, ори погромче. Пускай они думают, что тебе вырезают почку. Помогите! Меня вырезают почку! Помогите! Мне вырезают почку! О, курочка! О! Hello, Чича. Привет, Чича. Эй, что-то я не помню, что я тебя приглашал сюда. Твои люди взяли кое-что, что принадлежит моему племяннику. Нет, это твой племянник взял кое-что, что принадлежит моим людям. Я говорю не про то, что мой племянник взял у твоих людей, что ему не принадлежит. Я говорю про то, что принадлежало моему племяннику, что не принадлежало твоим людям, а твои люди это забрали. Ты хоть сам понимаешь, что ты говоришь, а? Чич, не делай вид, будто ты не врубаешься. Я говорю про мой лотерейный билет на 5 миллионов долларов. Что? 5 миллионов? Билет еще у тебя? Ты можешь 2 секунды нормально постоять! На, ешь! Успокойся! Вот эти двое забрали билет мой! Вот они, вот! Спасибо за курицу, ребята. Нам пора. Все, еще увидимся. И когда это вы собирались мне рассказать про этот лотерейный билет? Мой тикет. Мой билет. Кто пришло на это ранчо, остается на этом ранчо. Ну, что там? Кажется, я нашла наш лотерейный билет. Расслабьтесь, мистер Чич. Я знаю, вы же не будете жертвовать нашей дружбы ради такого говна, как деньги. Да я мамой пожертвую ради такого говна, как деньги. Thank you.
происходит? Слушай, ты не устала еще это спрашивать? Ну ты же не устала орать! Ты что делаешь? Я пытаюсь встать! Лина, сними меня! Я слишком приметная мишень! Все, дай мне 20 минут, и можем начать по новой. Сигаретка есть? Черт! Было приятно иметь с вами дело, долбососы. Эй, эй, Чикита! Эй, деточка! Похоже, праздник закончился. Это Америка. Страна силиконовых сисек. Кого ты можешь удивить своим вторым размером? Лиза, не надо. Ты этого не сделаешь. Сделаю, Макс. Еще как сделаю. Послушай, я хочу, чтобы ты знала. Я всегда тебя любил. Я тоже тебя любила. Че ты орешь, как баба? Будь мужиком! Ребята? А вы что здесь делаете? Руки! И к чему такие жертвы? Твою мать! Таким welcome to Vegas! Видали? Видали? Мы вас дяди сделали, понятно? Как сказал Элвис, kiss my ass, bitch! Элвис так сказал? Дядя! Ты меня забыл, э? Дядя! Ну, и что бы на это сказал Элвис? Давайте дружить! Ну, не хотите дружить, можем зафрендиться в Фейсбуке. У меня там отличный плейлист Элвиса. Ты ж слышал? Keep it close. Далеко не отгоняй. Я сейчас вернусь. Здравствуйте. Вы есть в списке? Прошу. О, добрый вечер. Вы есть в списке? Я здесь, чтобы выигрыш получить. Откуда у вас этот билет? В покер выиграл. Это должно быть самая популярная игра в Вегасе. Безусловно, самая популярная. Ну что ж,
Прошу вас за кулисы. Церемония начнется совсем скоро. Хватит! Хватит меня бить! Мне и так брюки порваны, куртка изуродована! Ты что-то сказал? Ребят, выигрыш вручают через час. Нам ни за что не успеть. Тем более, что мы до сих пор не знаем, в какой стране Вегас. Могли бы и спросить. Да даже если он знает, как мы туда доберемся? Ехать-то не на чем. А ты что стоишь? Дим, я тебе говорю, ты больше всех из нас про машины знаешь. А что я могу сделать? Я не волшебник. Ах так? Значит, вот так. После всего, что между нами было. А что было-то? Ты хочешь, чтобы я всем здесь рассказала? Да, пожалуйста, рассказывай. Я вообще оргазм симулировал. А что, мужчины умеют это делать? Ребят, у меня идея. Слушай, а как ты оргазм симулировал? Я просто спросил. Таблетки? Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии вручения суперприза Гранд Лото! Мы проводим это мероприятие... Здорово, Земеля! Леша, что ты делаешь в Вегасе? Слышал русскую пословицу? Доверяй, но проверяй. Ты какого хера ничего не сказал про лотерейный билет? А потому что есть такая американская пословица. Что случилось в Вегасе, остается в Вегасе. Знаешь, что меня бесит больше всего? То, что ты все время говоришь «Вегас». А как я должен говорить? «Вегас». Далеко не лази, мы сейчас вернемся. А теперь поприветствуем человека, сорвавшего джекпот и выигравшего 150 миллионов рублей! Сказал, что у меня скучная работа. Приз вручается в долларах. 150 миллионов рублей в чемодан не помещали. Стойте! Это наш билет! Чего ваш? Чем докажете? Мы его заполняли. Да, вместе. Цифра 3 в честь 3 мая. День, когда мы с Лизой познакомились. Цифра 5 в честь 5 мая. День наше первое свидание. 7-го я впервые увидел Лизу голой. В раздевалке, в бассейне. Да. Цифра 12. Это в честь 12-го. Да говори уже. 12-го числа мы впервые с Лизой занялись любовью. 17-го мы решили жить вместе. Да. А 21-го купили лотерейный билет. Да. Да ёшкин кот, идите к черту! Чемодан давай! Тихо, тихо! Это мой билет! Пусти руку, это мой билет! Это мой билет! Дамы и господа, давайте поздравим наших победителей! Блин, как трогательно. Я не знала, что у них такая романтическая история. Счастливые, счастливые. Скоро? Извините, извините, мазифакеры. Да что опять происходит? Hand over that Гони чемоданчик. Thank you. Спасибо. Куда?
мазафака. Сына, вперед! Сына, хватай чемодан. Там твои деньги на колледж. А ну, стоять, ублюдок. Это вы мне? Hello, Оксана. Это кто? Лесбиянка знакомая, да? Сына, хватит фигней заниматься. Я знаю короткий путь. Пошли. Дамы и господа, Элвис почти покинул здание. Стоять, мазифакеры! Сына, ну быстрее! Нам нужно домой! Отчаянные домохозяйки начинаются через 20 минут. Это наши мани! Спасибо за деньги, мазифакеры! Ушел, а? С нашими деньгами! Мазерфакер! Эй! Не смей выражаться при моем ребенке! Помогите! Они хотят меня съесть! А ты вот тоже сейчас видишь зомби, да? А, это хорошо, а то я думал, у меня опять началось. Пытаюсь считать мертвых зомби. Один мертвый зомби. Три мертвых зомби. Пятый мертвый зомби. Гони чемодан, мазафака. Нет. Нет, стоп. Стоп. Что происходит? Стоп. Что вы делаете? Почему это происходит? Что вы делаете? Вы мне кино портите. Кто вы такие? Где мой гребаный второй режиссер? Где оператор? Почему вы не знаете, где они? Где мой капучино? Hello. Я Олеся. Приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно. Да, мать ваша, кто вы такие, чтобы портить мне нахрен фильм? А кто вы такие? Что вы делаете?
Итак, внимание, товарищи молодожены, также их гости. Смотрим на меня смотрим. Теперь, чтобы попасть в историю, сделали радостные лица. И плотнее, плотнее, плотнее. Ну не надо, ну выньте изо рта сигарет. Ну все, это надолго. Может, кофейку? Ну мы же договорились экономить. А у меня с собой. Так. Тихо, 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 тихо. Аккуратно. Что это? Бриллианта пока нет, но я над этим работаю. Ты будешь выносить мусор? Отрицательный ответ не принимается. Да, конечно, всегда, всегда. Как хорошо, что я вас нашла. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Гуляете? А налоговая нас уже замучила. Вы собираетесь забирать свои миллионы, а? Миллионы? Так они разве не того? Кого? Лежат на счету, уже потомство дали. А как же? Какие вы смешные. 21 век на дворе. Кто в чемодане носит деньги, да еще через границу? Но мы сами видели чемодан с деньгами. Ну правильно видели. То ж спорит, красиво, даже если деньги не настоящие. В общем, вот, держите, ваша карточка. О, привет! И еще раз поздравляю! Спасибо. Да ладно! Да? Вот так! Да? Вот так! Да! Да! Так, еще раз! Еще раз по моей команде! Все вместе! Давайте сделаем исторический кадр! Я прошу вас! Ну! Ну! Все, приготовились! Хорошо, хорошо! И улыбки! Снимаю! Ну! Где этот мудила?
Escucha, estoy harto, no puedo más. Cada vez una revisión solo para decir buenos días. Послушай, мне все это надоело. Почему я каждый раз должен проходить полное медицинское обследование ради того, чтобы тебе сказать просто «доброе утро»? А вы, собственно, кто такой? Я кто такой? Ты совсем с ума сошел от своих денег? Я твой сын, папа! Сын? Знакомое слово. Нефть, газ, лес, уголь, сын. Вспомнил. Так ты ж моя, это самое, дочерное предприятие. Ты ж мой филиал. Да, и между прочим, у твоего филиала сегодня день рождения. И, пупсик, что ты хочешь? Какую-нибудь безделушечку на день рождения? Какую безделушку? Какую безделушку, папа? Эйфелеву башню хочешь? Какие эйфелевы башни? Как мне надоела вся эта икра, эти хоромы, эти женщины. Вы уже перестали радоваться простым человеческим радостям. Мальчики, что за шум? Вот! Вот! Что я говорил? М? Вы все здесь извращенцы! Не ори на мать, а лучше выбери друзей, которые придут к тебе на день рождения. Каких еще друзей? Возьми альбом и посмотри. Ой, опять этот. Надоел уже. Этот опять без подарка придет. Нет. О, бабушка? Но здесь нет моих друзей. Я хочу своих друзей. Каких своих? Эти дебилы без образования и манер. Дружат с тобой только из-за моих денег. Но они мои друзья. У тебя нет друзей. Есть. Нет. Есть. Ну кто? Ну кто, например? Ну, например, моряк. Да не обсуждается вообще. Ну не нравится моряк, тогда актер. Здравствуйте. Могу начинать? Да, начинайте уже. Фу. Возьми меня, сделай меня своей вещью. Будь моим господином, только не гони. Так, не стоп, гони. Стоп, 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 что вы несете? Как вам не стыдно? Ой. Неудобно как. Извините, я думал, вы продюсер. Так, давайте еще раз, по тексту. Люблю тебя, Петра Тварей! Ну все, пошел вон отсюда! Этот халтурщик? Смешно даже. Ну тогда Димати! Кто? Димати, папа! Когда в сарае куры несутся, в деревне знает, кто там несется, встречайте прямо из села Димати и диджей Блок! Димати, прекрати петь! Бабушке плохо! Извини, мам! Этот идиот, расписанный под хохлому, твой друг?
У него уже 8-я бабушка умерла от его пения. Короче, я запрещаю тебе с ними общаться. Это челядь! А мне наплевать, что ты мне запрещаешь! Если ты с ними продолжишь общаться, у тебя больше нет отца! Тогда у тебя больше нет сына! Шел вон! Ты получишь у меня подарок, сынок. Самый лучший фильм 2! Да что ж такое, а? Полфильма прошел, название только сейчас решил сказать. Да хватит меня перебивать. Так отдайте ему гонорар, пусть валит отсюда. Да, очень мало. Я тебе сейчас дам мало. Вырывайте ему ноги. Не надо. Извините, дорогие друзья, мы продолжаем. А может, собаку возьмем? Классная с собой? Собака. Какая еще собака? А куда идем-то? Да в какое-нибудь кафе! Да-да-да! Перед двух мужиков по полке! Вот стоит, да! Ну, у меня день рождения! Так-так! Все-все-все! Тост! Тост! Дорогой мажор! Дорогой мажор? Да! У тебя сегодня... День рождения! Да, день рождения у него сегодня! Как я говорю! Он говорит! Сейчас как дам тебе! У тебя все есть! Все! Поэтому в этот раз мы с ребятами... Да-да-да-да-да! Решили... Ничего тебе не дарить! А! А! Молодые люди, у нас со своим нельзя. Надо что-нибудь заказать. Хотя бы хлеб. Ой, девушка, а что это вы так смутились? М? Да просто тёлка крутого рэпера увидала. У нее сердце холодное, словно в тиски зажало. Это же рэп, чувак, это же музыка улиц. Я Тимати, король малолетних куриц. Зачитать стих любому меня не запарит. Любая из-за меня кипятком ноги ошпарит. Твои глаза озера, бровь радуга изогнута. Ты хочешь меня, детка? У вас ширинка расстегнута. Девушка, вы извините, он у нас контуженный. Да, я заметила. Ты чё, дебил? Ты чё без нижнего белья ходишь? Не, ну а чё, когда жара и когда хочется с утра, и старики, и детвора, и начинается игра. Ура, у бабы бура, и кабаток у комара, и край бабы мура. Ху, наконец-то заткнулся. А ты чё такой кислый? У тебя ж день рождения, мажор, а? Чё, батя небось луну подарит? Или континент какой, а? Континент. Так, только тихо, тихо. Этого лета. Дайте новости послушать. В этом году великой... Сделайте погромче! Ирине исполнилось бы 1280 лет. И сейчас на своих экранах вы можете видеть ту самую знаменитую корону государыни, которая уже сегодня оценивается экспертами в сумму около 100 миллионов евро. Хотя для нас она, конечно, бесценна. О других новостях. Сегодня в Саратове пройдет слет рыболов... Что за чушь? Сделайте потише! Да нет, вы чё, пацаны, это не чушь, это идея, улет. Ну ты чё, здесь же тоже не дураки сидят. Мажор, а пусть себе батя вот эту вот корону подарит. Прикинь, ты с этой короной будешь с тёлками знакомиться. Здрасте, очень приятно, царь. Царь, очень приятно, царь. Нет у меня больше отца. Афанасий Григорьевич был прекрасным родителем. И его безвременный уход. Твоей печали нет конца. Когда ты потерял отца, тебя не радуют цветы, тебя не радует пыльца. Когда идешь... Прими наши
искренние соболезнования. Да вы что, дебилы, что ли, а? Да жив он этот урод! Я же образно! Я не хочу его больше видеть! Он запрещает мне с вами общаться! Он мне говорит, что вы дружите со мной только из-за денег! Ты что? Из-за каких денег? Правда? Тогда поехали в клуб и истратим все деньги, которые остались на карточке. Ура! Ура! Я знаю, в центре я видел. Что валю я, парни, где вы? Сейчас пойдем. Да-да-да, монетку может бросим. Вообще выпьем. Возьмем с собой тёлку! Это хорошая идея! Извините великодушно, молодые люди, вы не подскажете, кто из вас является сыном супермультивалютного нефтяного олигарха? Ну я, а в чем, собственно, дело? Здравствуйте, у нас к вам дело. Видите ли, мы снимаем художественный фильм «Боевик», и у нас возникли небольшие финансовые затруднения. Не могли бы вы стать спонсором нашей картины? Нет, кино меня не интересует, нет. Кто-то мне подсказывает, нельзя им доверять. Да не, ребята, вы чего? Это нормально все. Это ж киношные приколы. Ха, боевик же снимаю. Где я могу обсудить условия моего участия? Давайте сядем к нам в автобус, проедем в лес. У нас там офис. Не-не, мы с Стёлками хотели в клуб поехать. Понимаете, такая ситуация как бы, да? Ребята, господа, товарищи, любезнейший! Пацаны, все нормально, я в кино! Созвонимся! Ну чё, а вы-то куда? Я на студию писать новый рэп, ведь рэп — это моя жизнь, рэп — это мой хлеб. О, а я в Останкино, у меня кастинг на дом 2. А я в баню! Понимаете, есть у нас одна такая семейная традиция. Каждый год 21 июня, ровно за 165 дней до Нового года, мы с отцом ходим в баню. А знаете почему? Ребята? Говорите, что надо делать? Спасать свою жопу, папенькин сынок. Круто ты сказал, да. Вы какой фильм снимаете? Самый лучший фильм. А, продолжение? А то мне первый фильм не очень понравился. Там вот эта сцена идиотская с фалами. Ты что, не понял, козел? Тебе жить осталось несколько часов. Ты прикольно играешь. Только вы мне в это ухо говорите, а то я в это не слышу уже ничего. С тебя лимон и евро. А, так вам деньги нужны. Так вы папе позвоните, он даст. Звонили уже! Он сказал, что у него больше нет сына. Так что это теперь твой геморрой, дебил. Считаю до трех и стреляю. 1, 2, 3. Ну? Подождите, я знаю, кто найдет деньги. Звони и скажи, что времени у них до 6 вечера. А потом... Они все отравились паленой водкой и умерли. Хороший анекдот. По-моему, чем не повод, Алло? Чтобы выпить. Слушай меня внимательно, козел. За мое продолжение, так сказать. Посмотри, какой вымахал. Ваш мажор у нас. Ты знаешь, он был всегда примерным и добросовестным. У вас время до 6 вечера найти нам 1 000 000 евро. Ни разу не попросил у меня взаймы. Папа, мне срочно нужен 1 000 000 евро. О, это первый раз. Выпьем за первый раз. Вот я помню мой первый раз. Не-не-не, папа, мне очень нужен 1 000 000 евро. Продай квартиру. Вот я помню. Ну, какую квартиру? Вот. Тогда слушай папу. Только не перебивай. Ты должен полететь в Питер
На третью улицу строителей, дом 25, квартира 12. Ну какой Питер, папа? Это наш адрес. Не перебивай. В этой квартире просто обожают алкоголиков из Москвы. Тебя там встретит женщина, ты скажешь ей, что ты алкоголик из Москвы. Ну какой алкоголик, папа? Я сегодня моряк. Не перебивай. Мы с Олегом Михайловичем проверяли. Это работает. Да. Приезжаешь и говоришь, я алкоголик из Москвы. Да что это за чушь? Я знаю, как общаться с женщиной. Алкоголик из Москвы. Ладно, хорошо, я поехал. Какой там адрес? Третья улица строителей. Алкоголик из Москвы. Дом 25, квартира 12. Эти русские сошли с ума. Водонаева они взяли, а меня нет. Я сам в шоке, коллега. Представляете, для этой программы я слишком гуманен. Ага. Говорите быстрее, мне дорого. А будет еще дороже, урод. Ваш друг у нас. Если к 6 часам вечера вы не принесете нам миллионы евро... Ваш мажор умрет. Да не, вы что, у него же сегодня день рождения. Ты что, дурак? Ты не слышал, что я сказал? Я говорю, к 6 часам вечера лимон евро, или это будет его последний день рождения. Ну где я достану? А это уже не моя забота, понял? И не провоцируй меня. Все, время пошло. О, девушка! Девушка, вы не подскажете, где у вас в Останкино можно в сжатые сроки заработать миллион? А вы не хотите поучаствовать в спортивном телешоу? Хочу, очень хочу. Сколько платят? Достаточно. Я согласен. Тогда один формальный вопрос. У вас родственники есть? Алло, малой, если тебе нужно бабло. Да, мне нужно бабло. И желательно лимон и евро. Это не шутка и не розыгрыш. Ваш мажор у нас. Подождите, как это? Сколько? Ну и как водичка, мистер Блэкстар? Татуировки не смылись? Я перезвоню. А найдется у вас свободная минутка для старых поклонников вашего творчества? Чуваки, подождите, давайте не сегодня. Мне братану надо помочь. Йоу! Стой! Порвите его! Дальше, Витя, это там вот эти скидки. Чего? Туда! Стоять! Туда! Ну что, мажор, у твоих друзей очень мало времени. Если через 3 часа денег не будет, эти стены последние, что ты увидишь в этой жизни. Что вы со мной сделаете? Утопим. Или прирежем. А может, что-нибудь поинтереснее придумаем? В смысле? Ну, всех только топим и режем. Достал уже. Ну, давай его обольем абсентом и подожжем. Зачем? Мажору нужна яркая смерть. Не, не так. Слишком просто. О, а давай... Накормим его сухим дошираком, а потом в рот кипяток нальем, и он лопнет. Не, давай лучше из него всю кровь выкачу, и венозную, и артериальную. Зайдем их в донорский пункт, и нам дадут много гематогена. Жестоко. Но гематоген-то мы детям отдадим. Гуманно. О, слушай, а давай ему тупо битые шейные позвонки сломаем, и это... Чего это? Ну, машину к нам на торпеду посадим, и будет как собачка на бардачке. Ну, или так.
Смотрите, папа, и учитесь. Привет, малышка. Когда я увидел тебя в продуктовом, в рыбном ряду, я понял, что жизнь без тебя потеряла всякий смысл. Эти скромные бриллианты... Ну что еще? Понимаете, судьба злодейка заставила нас обратиться к вам. Нас бросила мать. Понимаете, это дрянь. Мариночка, солнышко, иди сюда. Простите. Отдайте нам вашу квартиру. Это когда-нибудь закончится? Только всеобъемлющая любовь приведет к наивысшей точке наслаждения – нирвана. Перепишите вашу жилплощадь на наше братство, и тогда... Здесь, между прочим, люди живут! Below me, London is a capital of the Great Britain. Все, он меня достал. Я вызываю милицию. Вы кто такой? Я... алкоголик из Москвы. Ты не сказал, что ты алкоголик из Москвы. И этот веник, его так не хватало в нашем доме. Родненький мой, я же тебя всю жизнь ждала. У моей мамы и у моей бабушки были алкоголики из Москвы. Но я знала, я верила, что когда-нибудь придет и мой алкоголик. И вот ты пришел. И я люблю тебя, алкоголик из Москвы. Я знаю, тебе нужны деньги. Возьми все, что у меня есть. А если не хватит, можно будет продать мою квартиру. Хочешь... Но сначала я с радостью отдамся тебе, мой милый алкоголик из Москвы. Цурка, что ты рубишь? Что то за клещ? Что то за кен? Мама, ну ставьте челюсть, ничего же не понятно. Дочка, что происходит? Что это за человек? Что это за бомж? Мама, это мой алкоголик из Москвы. Кто? Алкоголик из Москвы. Да. Я алкоголик из Москвы. И это моя квартира. Этого не может быть. Алкоголик из Москвы должен жить в Москве. А вы в Питере. В Питере? В Питере. В Питере, в Питере. Это как это в Питере? Спартак чемпион! Да, точно в Питере. Куда вы меня ведете? Что здесь происходит? Ему конец. Не ходи туда! Только мне деньги в рублях нужны. Да хоть в юанях. У вас точно родственников нет? Точно. Тогда вперед! Дамы и господа! Царь Ринга! И вот, дамы и господа, прямо на ваших глазах, в красном углу ринга, появляется тот, кого вы так долго ждали, тот, которого вы все знаете и любите. Как тебе? Я актер. А,
актер! А в синем углу, ринга, несравненный, перекусывающий зубами рельсы, непобедимый, боксер в одиночку напавший на Вьетнам, лучший боксер современности, лбом останавливающий электрички, чемпион во всех весовых категориях, разрывающий людей пополам, Сергей Лазарев! Ты что тут шебуршишь? Ну смотри у меня. Все нормально. И вот Одиссей прыгает по правому краю. Потрясающий момент. Удар. Все. Матч закончен. Поздравляю болельщики футбола. Потрясающий матч. Потрясающий матч. Зашибись. 0-0. Два часа коту под хвост. Паш, ты сходи, покорми его, пусть он пожрет немножко. Что-то он там притих. Иду. Ну что там, Павлик? Нормально все. Он уже поел. Тебе вкусно? Нет, я не хотел, подождите! Зачем мне все это нужно? А вы вправду алкоголик? Да, я алкоголик. И мой отец был алкоголик. Так вы алкоголик Алкоголикович? Да, мама. И я хочу продать эту квартиру, а деньги отдать ему. Этого не можешь сделать, дочка. Ну почему, мама? Эта квартира многие поколения продлевала наш род.
Если бы не было этой квартиры, не было бы тебя, меня, бабушки, прабабушки. Ну, мама. Эта квартира обеспечивает нас, алкоголиками из Москвы, на протяжении 3000 лет. Если ты продашь квартиру, наш род порвется. Мама. Наш род прервется. Так, это еще кто? А это ее жених, Ираклий. Не буду вам мешать. Геннадий Степанович, алло, Геннадий Степанович, Геннадий Степанович, алло, я не слышу вас. Геннадий Степанович, японский городовой, что за связь-то, а? Геннадий Степанович, алло, 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 Геннадий Степанович, вы пропадаете, Геннадий Степанович, алло, алло, Геннадий Степанович, алло, 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 да что такое, а, алло, ёкарный бабай, Геннадий Степанович, о! Геннадий Степанович, ну, наконец-то я вас поймал. Так вот, о чем мы там говорили? По нашим делам, Геннадий Степанович. Собственно, Геннадий Степанович, алло? Алло? Да что здесь за связь? Такая. Я сейчас все объясню. Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго вам здоровечка! В эфире программа «Малахов крест». Доктора! 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 Скорее доктора! Кладите скорее на стол этого прекрасного больного. Давайте поаплодируем этому замечательному косоглазому парню. Что вас беспокоит? Мне срочно нужны деньги. Эка, как вас скосоежило. Но, к счастью, вы попали по адресу. Потому что у нас сегодня в студии замечательный целитель Афанасий Узда. Поаплодируем этой замечательной Узде. А, люди добрые, доброго здоровья. Простите, что к вам обращаемся. Афанасий пришел к нам из Хабаровского края, который славится своими енотами, из деревни Верхние Гробы, которая славится своими енотами. Афанасий 15 лет прожил с енот, с отшельником. Я 15 лет прожил с отшельником. Афанасий, может быть, вы все-таки обсмотрите нашего больного? Фу! Ой, пишите, люди! Яйцо! Яйцо, яйцо, яйцо! Это моя любимая песня. Яйцо, яйцо, яйцо! Яйцо, яйцо, яйцо! Яйцо, яйцо, яйцо! Яйцо, яйцо, яйцо! Смотрите сюда! Обратите внимание, какое простое средство. Яичко. Помогает? Яйцо не поможет. Просто я сегодня еще не полдничал по, так сказать, кремлевской диете. Афанасий, может, вы все-таки обсмотрите нашего больного? Приступим, помолясь, плюй чистыми, так сказать, руками. Помогло? Вроде нет. Не помогло! Эх ты, доходяга, ложись и жди.
Ой, остается испытанный дедовский способ. Матушка, раздвинь ножки. Как в песне поется: яйцо, яйцо, яйцо. Не надо. Не надо. Яйцо, яйцо, яйцо. Нет! Опа! Вот косоглазие и прошло. Поэтому, когда тяжело, зовут кого? Меня! Спасибо за внимание, я кончил! Гони, шеф! Куда торопимся, рэпер? Что за фигня? Закрылся! Эй! Здравствуйте! Я вас поздравляю, вы попали в программу такси, где благодаря своему интеллекту вы можете заработать деньги. Я думал, ты тоже с ними. Ну что, играем? Да играем, играем! Поехали, поехали, поехали! Хорошо, поехали! Итак, первый вопрос. Что кричал Ахиллес Гектору под стенами Трои? Тебе во! Иди в жопу! Нет, он кричал: Гектор! Но... У вас сгорел первый. Второй вопрос. Это кто? А вы чё так нервничаете? Я алкоголик из Москвы, и я хочу продать эту квартиру. Зачем алкоголику из Москвы продавать эту квартиру? Это элементарно. Все алкоголики из Москвы рано или поздно продают свою квартиру. Что за чушь? Как вы сюда попали? Он что, у тебя тупой? Я же вам только что все объяснил. Пойдемте, я объясню все наглядно. Короче, это я. Это Москва. Почему это Москва, семечки? Да потому что народа много. Это Питер. Это Надя. А это что? Это яблоки. Я еду из Москвы в Питер. Тут заходите вы и портите нам себя же. Что ты сказал? Я убью тебя! Секундочку. Чуть повыше. Создание вошло? Теперь можно. Вот бабки жарят. Сейчас я тебя сам поджарю. Мальчики, стойте! Вы забыли про Кармадон? А после, любимая, после. То есть квартиру вы мне не отдадите? Осталась последняя жизнь и музыкальный вопрос. Ага. Когда мы в клубе чиксы танцуют, пусть город знает, с кем он тусует, что пять прям и... Что это за херня? Позвольте, это не херня, это моя песня. Правда твоя? Выходи. Как? Прямо на ходу? Естественно. Смотри на дорогу, лысый! Ну чё, мужик, догнали? Слышь ты, репер! Да когда ж вы уже набегаетесь-то, а? Мальчик!
Притих. Мормышку. Притих. Выбирая мормышку, пойдем нужно посмотрим. Делать все правильно. Пойдем. Потому что если что-то сделать неправильно при выборе мормышки, это неправильно. Мормышка, выбранная неправильно, заметно усложняет рыбалку. Отсюда выбирать мормышку нужно правильно. Ну и где же наш мажор? Где мажор? Наш мажор. А я не знаю. И куда это он у нас подевался? А ты не видел его? Ой, что же мы будем без него делать? А я не знаю. Вот он наш мажор. Заснул. Не будем мешать. Мы только вас и ждем. Где вы ходите? Я? Вы. Что вы там стоите? Давайте уже начнем. Теперь, когда нас ровно 12, мы наконец-то можем проголосовать и вынести решение. Кто за? Ну вот и прекрасно. Стойте, говорю вам! Так, в чем дело, молодой человек? Давайте проголосуем еще раз. Я против. Но почему? Ну, мы как-то быстро все решили. А чего же вы, собственно, хотите? Да, я хотел посидеть, поговорить. Ну, говорите. Мое детство, как детство любого рэпера в этой стране, было непростым. Я всегда с самых малых лет считал себя золотым ребенком, пока один брат не сказал мне, что это желтуха. Я помню свою первую тачку. Она сбила меня прямо на улице. Именно тогда, именно в тот момент я понял, что рэп — это не мое. И стал им заниматься. Шло время, и наконец-то мне улыбнулась удача. Одна западная фирма прослушала мои песни и предложила мне заткнуться. От успеха у меня закружилась голова. А что вы хотели? Сдавать кровь и не жрать 10 дней подряд — это слишком. Я начал искать смерть. Я курил на заправках. Я бегал в стрингах по Махачкале. И однажды, отчаявшись, я зашел на Одноклассники и поставил единицу на фотографию Валуева. В то время я боялся только одного. Укупника. Потому что укупника боялись все. И я боялся. Просто боялся, и все. Я ничего не понимаю. Какой укупник? Какая Махачкала? Здесь кто-нибудь что-нибудь понимает или нет? Что же делать? Думай, мажор, думай! Надо куда-то бежать! Бежать!
Наконец-то я нашел тебя, Эдмон, мой мальчик. Да кто, дедушка? Молчи и слушай. Я оставил все свои сокровища в Монте... Кристо? В Монте-Карло. Может быть, в Монте-Кристо? Нет. Монте-Карло. Старик! Старик! Игорюнь, ну ты чё? Хорош над ним издеваться. Он и так одной ногой в могиле уже. А по-моему, даже очень похоже получилось. Я ж 15 лет в казанском ТЮЗе айболита играл. Здесь болит? Угу. Нормально? Во! Да это же мой дядь! Не сворот! Настоящее национальное достоинство! Мое и твое! Дядька из Воронежа! Силы демократии! Я! Коренной Москвы! Вот такие! Вот такие! Здесь телевизор. Там показывают маму. На гастролях это у нас называют часа. Это галиматья! Вот такие соски! Ну, кто-нибудь знает, где здесь телевизор? Ну, там маму показывают. Дядька из Воронежа! У вас что, нет мамы? Коренной москвич, я неудобно себя здесь чувствую! Это называется часа! Соски вот такие соски! Дядька из Воронежа! Ну, почему? Почему я, коренной москвич, должен чесать соски какому-то дядьке из Воронежа? Все, я решил, нам нужно провести следственный эксперимент. Господа, так, встаем, пошли, так. Я сейчас засеку время и по сигналу начинаем. Начали, мячи давайте в центр, так. Мат, несите сюда, ставьте, так. Где козел? Так, Виктор Иванович, вы где? Давайте, ставьте на место. Так, хорошо, так. И мы заканчиваем. Все, стоп. Так, что у нас получилось? Так, и кто это? Это же мой дядька из Воронежа. Нет, это Юлечка моя. Вот такие соски. Очень интересно. Вот действительно очень интересно. Почему мы, 12 взрослых мужчин, уже час решаем, кто пойдет за второй бутылкой? Я сейчас так пойду. Опять собрались, а? Как не зайдешь, закроются и сидят, бухают. А дети как же? Где мои дети должны физкультурой заниматься? Ну ладно, трудовик. Хрен с ним, учитель литературы. Ну вы-то. Никита Алексеевич, ну вы же директор школы, ну как же вам не стыдно-то, а? А что, собственно, такое? А главное же непонятно. Сидите весь день взаперти, кто же вам эту водку-то приносит? Молодой человек, можно вас на минуточку? Ничего. Ничего. И у меня ничего. Черт, и у нас всего полчаса осталось. Не у нас, а у мажора.
Светлая память тебе, мажор! Твой безвременный уход! Есть! Есть выход! Пацаны, это верняк! Нам надо отправиться в прошлое и не дать мажору сесть в машину к этим упырям! А? Светлая память тебе, мажор! Имя твое! Да не, я вам точно говорю! Короче, мне один чувак рассказывал, что есть в России одно озеро, которое в прошлое отправляет! Сейчас как рюмкой дам тебе! Я вам точно говорю! Мне Геннадий Сергеевич рассказывал. Он в музее истории работает. Он врать не будет. А прикиньте, было бы такое озеро, которое в прошлое отправляет. Ну и чё? Вы реально хотите поверить этому дебилу? А что? У нас есть какой-то другой выход? Нет, сторож исторического музея врать не будет. Тогда на счет три. На счет три. Три! Йо, пацаны! Это лажа какая-то! Это ж мы три минуты назад! Тогда на счет три. Я понял! Искажение во времени очень маленькое! Нужно нырнуть глубже! Ага. Ага. Парни, по-моему, получилось. Ага. Йоу, чуваки, где это мы? Сейчас разберемся. Туда. О. Указом императрицы сия Руси Екатерине Великой, я с этим согласен, беглого холопа Антипку за побег тащить! Походу, перенырнули. Валим обратно в свое время. Быстро, быстро, быстро. Поймали, поймали! Наконец поймали! Стоп! Что у вас случилось? Водяных поймали! Мы же не знали, что территория охраняется! Водяных тоже казнить! Флайеры на казнь! На казнь! Флайеры, флайеры на казнь! Проходите, очень интересно! Флайеры на казнь! На казнь, флайеры! Тихо! Императрица Всероссийская Екатерина II Великая Алексеевна, урожденная София Фредерика Августа, принцесса Ангальд-Цельская! Сколько раз тебе повторять, не стой перед императрицей! Выпороть ее! Матушка, матушка, как же выпороть-то, а? Ежипатика женати, Ярила выживати, вырешать инок от наси, матушка! Ну что ты несешь? Заткнись! Все как дам тебе! Какие же паки, может, паки, сисе полки? А? Какой век на дворе, придурок! Господи, не идиоты вокруг, а! А ну заткнитесь там! Я три часа назад спать легла! Круто оттянулись, да? Да. Так, а ну-ка. Так, а где мой художник? Царь, матушка, так вы ж сами велели его третьего дня казнить. Да, а за что это? За бороду! За что? За бороду. За какую бороду? За вашу. Как покатилось, а? Так, ладно, какие новости? Беда, матушка. Так. Турок под Херсоном стоит.
турок? Турок. Турок? Да. Чё, совсем охренели, что ли? Чё, по одному уже начали на Россию нападать? Так, поймать его и, ну, утопить. Да. Так, всё, я устала, я в опочивальню пошла. Матушка. Да. А на казнь-то не останетесь? Казнь? Да. Какая казнь? Ну как? Кого поймали? Водяных. Водяных? Да. Так, чё, и чё? Ну, давайте, давайте, посмотрим. Так, ну, чё, не начинаем? Так, а казнь-то в полдень, через полчаса. Чем бы себя занять таким, даже не знаю. О! Веселиться хочу! Императрица! Веселиться, веселиться! Любимый сайт. Элита государства российского. Вот что я хочу. Давненько я не заходила на свою страничку. Копьем. Так, это у нас Михаил Ломоносов, мой хороший. Это у нас непонятно, кто вообще. Это граф Шереметьев, конечно. Так, так, так. Вот это я, пожалуй, удалю из друзей. Мне уроды не нужны, понятно? А, надоело. Скучно. Чего же я хочу? Чего же я хочу? Чего же я... А? Чего же я хочу? Чего же я... Точно! Секса хочу! Хочу секса! Прошу, матушка! Покажите мне всех фаворитов, быстро! Вот, матушка, смотрите, выбирайте. Слишком толст. Да. Слишком худ. Слишком мал. Слишком вял. О, это слишком. Ушаст. Мордаст. Головаст. Педераст. Пенопласт. Что? Как пенопласт? Что, из людей все уже? Все, матушка. Казнить его за дурную весть. Что вы, матушка? Что вы? Может, водяных посмотрите? Повезло тебе, челядь. Водяных так водяных. Будь здоров. Спасибо. Ну что, водяных так водяных. А что, водяные тоже люди? Конечно. А вдруг у них там что-нибудь интересненькое? Да. Так, тихо там. Тихо там. Ой, какие красавчики у нас здесь. Это ты их вовремя собрал. Мы кто мы такие, мальчики? Понимаете, мы из будущего. Как вы не втыкаете, у нас друга украли, поэтому мы через озеро в прошлое. Не казните нас, царь-бабушка. Что? Бабушка? Это он мне сейчас бабушка сказал? Ты кому бабушка сказал? А? Царь-бабушка, приди! Так, кто-нибудь убьет эту мадам де Помпадур уже, а? Убили уже давно. Так, ладно, вот ты. Давно бабы не было. А сейчас какой год? Ну, чё тупим, информируй. 1772! А? Сказал, какой? Так, у нас сейчас 2009 минус корень из 5. Да. Ну, лет 300 получается. Давай казни! Так, ну какой казни тебе сразу? Казни! Так что ты дебил такой, Анна, ты посмотри. У человека 300 лет бабы не было. Казнить лишь бы.
все пойдете ко мне в шатер по очереди. Ты первый. Пойдем. Давай. Ну и на каких морях мы плавали, молодой человек? Ну я же... Ну что вы. Море, удачи! Море, как я люблю море, боже мой. Эти рыбы, чайки, лодки. С ума сойти. Ну кто-нибудь развяжет ему руки или нет? Помогите мне, молодой человек. Ну что ж, пройдемте, да? А что-то, что-то я не вижу радости на вашем лице. Неужели вы не понимаете, что через каких-то полчаса вы станете в один ряд с известнейшими людьми, такими как Петр Третий, граф Орлов, граф Шереметьев, князь Потемкин, Прохор, а? Трактир Три Пискаря, деревня Грязьва Костромской области, ну, скипетр иногда, и, конечно же, эти лихие парни с Рязанской дороги. Собственно, прошу к шалашу. Уходим быстренько. Уходим отсюда. Быстренько уходим. Так, так, так. Эх. Так, ты куда? А ну, иди отсюда. Ну что ж, вот это и есть мое скромное жилище. Располагайся, а я в ванну и обратно. Я мигом прунь. О-о-о-о! Вы можете видеть ту самую знаменитую корону государыня, которая уже сегодня оценивается экспертами в сумму около 100 миллионов евро. Хотя для нас она, конечно, бесценна. Классно! Это еще Петр из Голландии привозил. Пацаны! Пацаны! Погасили, не хватит! Что, валим? Ты дрянь такая, а? Поймайте его быстро! Опа! А? Ну что, на счет три. На счет три. Фух. Три! Раз, два, три! Твой последний приют. По-моему, красиво. Шикарное место. Я бы сам здесь помер. Отпустите меня, уроды! Это был просто так срок не пойдет. Все, время вышло. Ну, где твои друзья? Где, а? Ты им не нужен, понял? Да! Денег они нам не принесли. Сейчас мы тебе этой пилой поделим поровну и все, прощай. Остановитесь, подонки! А? Мы принесли то, что вы просили. То, что вы хотели. Ну и что это? Что это? Это корона Екатерины Великой. Развяжите нашего друга! Да час развязали!
Вы что, издеваетесь? Нам нужны наличные! Нам нужны наличные! Наличные! То есть как? Что? А? То есть все это было зря? The falling. Ах, вам наличные нужны? Да, наличные! Ну, вот вам наличные! А где бабло? Берите! Да подавите своими наличными! Да подавите бабло! На, наличные нужны! Это что такое? Это наличные! Вы за кого держите, а? А вы нас за кого держите? Стоять! Короче, вы все погибнете! Но сначала вы увидите, как это делает ваш дружок! Не волнуйся, сынок! Все закончилось! Это просто розыгрыш! Розыгрыш! Как? Почему, папа? Да, это просто розыгрыш! А это не бандиты! Это действительно актеры из Казанского ТЮЗа! А это не скинхеды! Это люди из очереди в клинику Realtors Hire! А это не Ираклий. Это просто городской сумасшедший. Алло, Геннадий Степанович. Геннадий Степанович, алло. Пойми, сынок, здесь все не настоящее. Вот эти цепи, оружие, вот это. Здесь ничего нет настоящего. Единственное, что здесь есть настоящее, это дела. Опять разыграл. Что ж ты меня на все ведешься сегодня, сынок, а? Но зачем? Зачем тебе это было нужно, отец? Пойми, всю жизнь со мной общались только из-за моих денег. Я иду за хлебом, там просят мои деньги. Я беру такси, таксист тоже хочет моих денег. Но сегодня, благодаря этому розыгрышу, я понял, что твои друзья общаются с тобой не ради этого. Эти ребята действительно дорожат тобой. Я думаю, что это самый лучший подарок, который я мог сделать тебе на день рождения. Я подарил тебе настоящих друзей, сынок. Спасибо, отец! Теперь развяжите меня кто-нибудь! Так, подождите, папаша! А что делать с короной? С какой короной? С какой короной? Короной Екатерины Великой! Не понял. Можно я? Значит, так. Очень просто. Мы прыгнули в озеро. Да. Оттуда попали в прошлое. Прошлое попали? Какое прошлое? Меня-то разыгрывать не надо. Да нет никакого розыгрыша. Да никто не разыгрывает. Это настоящая корона. Вы что, не видите? Там бриллиантов куча, из куча. Из прошлого бриллиантов. Мы ее достали. Прошлое. Все, все, все. Сейчас проверим. Успокойтесь. Где мой оценщик старины? Шпайзман, посмотрите вещицу. Угомоните, ребят. Здесь мы видим, господа, телефон. Да, где телефон? Прямо скажем. Ориентировочная стоимость 1003. Ну, максимум 5.
Червонец российского производства, ну, так себе червонец. Ориентировочная стоимость рублей 8, максимум 9. Шпайзман! Я помню, помню. И корона. Ориентировочная Российской империи принадлежала ориентировочно императрице нашей Екатерине. Бриллиантов много, ориентировочная стоимость 100 миллионов. Если Шпайзману повезет, он навсегда поселится в Израиле. Ее величество императрица всея Руси, Екатерина Вторая! Сколько раз тебе говорить? Не стой мне на пути, понятно? Так вот вы где, придурки! Я что, с вами нырять должна? А ну-ка, вернули корону, быстро! Женщина, розыгрыш-то закончился. Игорь, почему с массовкой не рассчитались, а? Нет, все. Че? Ты что сказал, а? Ты как с императрицей разговариваешь, козел драный? Я тебя еще убью нахрен, понял? Это я тебя сейчас убью! А давайте я сейчас всех убью! Слушай, ты заткнешься или нет, а? Ты что там сказал, а? А ну иди сюда! Сюда иди! Ах ты ж нахер! Ты посмотри на него! Матушка императрица! Опять украли! Шпайзман! Шпайзман! Стоять! Поймайте его! Шпайзман! Поймайте его! Поймайте его быстро! Стойте, подождите! Поймайте его быстро! Кирканы, развяжите меня! Меня развяжите, идиоты! Развяжите меня! Я же вам говорю, идиоты! Развяжите меня! Развяжи мальчика и отметь его для меня. Симпатичненький. Я в воду больше. Не полезу. Я тоже. А сколько она стоит? Так, все. Я домой. Домой. Домой, домой. Уходите? Что? Что ты за день рождения? Приключения. Продолжай.